Доброго вам утра, госпожа. Спасибо. Ваш завтрак сейчас принесут. Скажи, чтобы накрыли во дворе. Я хочу позавтракать вместе с детьми. Конечно, госпожа. Госпожа, какое платье вы хотели бы надеть сегодня? Вон то. Хорошо. Приготовьте-ка. Вестей из того дворца не было? Пока нет, госпожа. Но не беспокойтесь. Перчем ага обо всем позаботился. Надеюсь, что так. Госпожа, желаю чудесного утра. Спасибо. Произошло что-то, Симбюль? Так, девушки, ну-ка все во двор. Только что с Перчемом Агой виделся. Они как раз выводили Нигер из дворца, когда у нее начались схватки. Пришлось ее бросить. Аллах, помоги нам. Госпожа. Перчем ага, ну как же так? Я сделал все, что только мог, госпожа. Но я не смог увести Нигер к Алфу. Это я поняла. Нигер, как она? Как ее здоровье? С ребенком что стало? Ребенок свет не увидел, госпожа. Сказали, мертвым родился. Не верю ушам своим. Это они его убили. Нигер? Ее, как и раньше, держат во дворце. Но ей недолго осталось. Если не сегодня, так завтра ее казнят. Перчем ага, ты работу не смог исполнить. Что угодно придумай, но Нигер надо из их рук спасать. Да как же, госпожа? Возможно, ее уж и в живых нет. Моя госпожа. Ну так что? Праздник ведь будет? Очень вероятно. Афифе Хатун наложила запрет. По золотому пути и птицы не пролететь. Но надеюсь, у вас-то это получилось? Нам не удалось узнать, кто из девушек попал на праздник, так как их отправили туда еще днем. Не так уж важно, кто они. Это мы выясним. Важнее, что произойдет после. Афифе Хатун признала, что играет против меня. Ей придется за это отвечать. Последнее время повелитель и так весьма раздосадован. Если мы пойдем против Афифе Хатун, нам придется туго, госпожа. Госпожа, мы не можем молчать. Идите, оставьте меня. Мне нужно хорошенько подумать. Thank you.
Хюрем? Куда ты исчезла? Я уж решила, ты от нас уехала. Махидевран, ты этого не дождешься, а я вот действительно удивлена, что ты все еще здесь. Не уехала к сыну в Санджак? И не уеду. Неужели? Разве Хатидже Султан прислуживает лучше? Мустафа скоро сюда приедет. Повелитель в свое отсутствие решил сыну поручить управление империей. Что ж, ему это удастся, надеюсь. Да, ты, наверное, вчера очень огорчилась. Махидевран, я на блоху, рассердившись, одеяло не бросаю в огонь. Фиолетовый платок для тебя блоха? Повелитель бросил фиолетовый платок одной наложнице. Ночью она идет к нему. Говоришь, бросил кому-то фиолетовый платок? Кого ты обманываешь? Ведь я говорила, что когда-нибудь придет женщина, которая твою любовь сметет. Она уже пришла, Хюрем. Как это вы не видели? Платок же у вас на глазах был брошен. Госпожа. Я выяснил, кто из девушек танцевал вчера на празднике, и вот их расспрашиваю. Значит, вы вчера были там? Только вы там были? Нет, госпожа. Там была еще одна девушка. Кто же? Почему ее нет? Госпожа, они не видели ее. Не видели? Не понимаю, как это. Они же сказали, была еще одна. У нее лицо было закрыто. Она не открывала его. И мы не поняли, кто это. Госпожа. Платок фиолетовый у нее, говорят. Ну, мало ли, что они говорят. Госпожа, клянусь, это правда. Да, мы видели все. Хоть умри, но приведи мне эту девку в Сюмбюль, ты понял? Землю Роя достань мне ее. Аллах его знает, где ее скрывают. Повелитель. Позже, Хюрем. Не наказывай меня так, Сулейман. Хюрем. Умоляю, не терзай мне душу опять. Я не вынесу. Что ты имеешь в виду? Платок фиолетовый. Ты позвал к себе на ночь. Ты делаешь это нарочно. Чтобы меня обидеть, причинить мне боль. Всего лишь из-за какой-то ошибки ты отлучил меня от себя. Сулейман, я провинилась. Пожалуйста, позволь мне исправить ошибку. Эта ночь не имеет отношения к тебе, Хюрем. Не все, что я делаю, с тобой связано. Я буду ждать тебя вечером. Если не придешь, я клянусь тебе нашими детьми. Солнце не взойдет больше для меня. Я уйду в вечную ночь. Thank you.
Что тебе говори? Гюльшах уже в кабинете. Ибрагима Паши спряталась. Она узнает, какая девушка в покое пойдет. Она зря просидит. Никакая девушка не войдет к повелителю. Он не сможет у себя никого принять, потому что он будет здесь, у меня. Хорошо. Что случилось, Исма? Боли опять начались, госпожа. Никак не может заснуть. Лекаршу почему не позвала? Он мучается уже столько. Я послала за ней, вот-вот должна прийти. Не вот-вот, а беги и ее приведи. Джихангир, мальчик мой, птенчик мой. Утром дайте еще ложечку. Хорошо. Госпожа. Можешь идти. Эсма. Осторожно. Госпожа. Ну что, у вас опять не получилось? Да, не узнали, госпожа. Афифе-Хатун всех на ноги подняла. Мы даже не успели вынести ее. Правда, она не выдала нас, хотя была напугана очень. Да, какую верность нам вдруг проявила. Зато мы хотя бы знаем, кто она. Вон отсюда. И сиди тихо, как мышь. Где ты научилась так играть? Меня мама научила. Госпожа. Джихангир нездоров, я слышала. Он не спал всю ночь. К счастью, уже к утру боль утихла немножко. Мой дорогой. Госпожа, простите, но навестите его позже. Не стоит будить его. Конечно. Да и у вас, к тому же, есть более важные дела. Например, защищать рабынь. Вот ты о чем. Ты уже, выходит, знаешь новую фаворитку султана. В гареме не бывает тайн, госпожа. Настю не советую трогать. Если с ней что-то случится, ты ответишь мне за это. Настя пустышка, госпожа. Ну, тогда должно быть. Еще обиднее, что пустышку какую-то предпочли такой красавице. А Нигер Калфа была вам читой? Я знаю, повелитель был с этой женщиной только для того, чтобы меня наказать. Ты вот чем утешаешься. Но у нее платок фиолетовый. От него. Платок и только. Ребенка он ей ведь не сделал. Не спеши.
Скоро будет и это. Почему мне не сообщила? Не хотела среди ночи отвлекать вас от дел. В последнее время вы же очень заняты. Я позвала лекаршу. Она утверждает, что ему сейчас могут помочь только лекарства. Ночью начались боли, но ему уже лучше. Если ему станет хуже, немедленно сообщите мне, в любой час дня и ночи. Афифа Хатун? Джихангир, сыночек, дай его. Иди. Он будет мучиться так всегда? Надеюсь, нет. Будем молиться за него. Госпожа, а что с ним? Простите, я подумала, может, я смогу помочь. Чем? Как помочь? Да она лечит руками. Вчера у меня болела голова. Она прикоснулась, и боль исчезла. Что, правда? Дайте вашего мальчика мне, госпожа. У него плотное на спинке что-то. С рождения. Мы лечим, но никакого результата. Простите. Там, откуда я родом, это считается не уплотнением, а знаком Господа. Шахзаде перед прибытием в этот мир у ангелов побывал. И крылья ангела от них получил. Эй, Худа, эй, Бахшанте, эй, Рахим, эй, Мехрабан, Терена, Мехрабан. Как тебе удается это? Просто я читаю молитву, госпожа. Вручаю руки милосердию Господа. О, видно, ты любимая раба Всевышнего. Не лишаешь их заде данного тебе чуда. Да, госпожа, конечно. Есть еще мазь, она позволит Шахзаде спокойно спать ночью. Скажи, пусть принесут ее. Мне саму эту мазь надо приготовить. Самой? Ага. Эсма? Слушаю, госпожа. Тебя как зовут? Фирузе. Отведи Фирузе к главной лекарше. Скажи, я распорядилась дать ей все, что она попросит. Пусть приготовит срочно мазь. Как чувствует себя Джихангир? А? Слава Аллаху, его боли отступили, госпожа. Фирузе, тебя мне послал Аллах. В твоих руках спасение моего сына. Проси у меня все, что хочешь. Госпожа, если вы позволите, я бы хотела иногда выходить в сад на прогулки. Я соскучилась по солнцу, по небу, земле, цветам. О, конечно. Гюльшах с удовольствием тебя отпустит. Можешь гулять, когда захочешь. Да возблагодарят вас небеса за вашу милость. С вашего позволения я отнесу его в кровать. Хорошо. Госпожа? Рустем ага. Мне сказали, что у тебя есть что-то срочное. Без повода я бы вас не побеспокоил.
Ибрагим Паша создал то государство, о котором говорил, и взошел на престол? Завтра мы отправляемся в поход. Перед отъездом я хотел сделать вам подарок. Мне подарок? Простите мою дерзость. Но думаю, вы останетесь им довольны. Ну, ты заинтриговал меня. Не покажешь мне этот подарок? Мне не терпится показать его вам. Неужели прибыли новые лошади? Я уже выбрал для вас лучших лошадей, госпожа. Однако у меня другой подарок. Кто это? Кто эта женщина? Самое, госпожа. Я не понимаю, разве она не умерла? Мы подоспели в последнюю секунду. Я знал, что она нужна вам, госпожа, и решил помочь вам. Я превысил свои полномочия? Рустем Ага, даже если бы ты мне весь мир подарил, я не была бы так рада. Нигер Калфа, неужели я тебя вижу? Последние события очень потрясли ее, госпожа. За много дней она не произнесла ни слова. Это совсем не удивительно. Нигер, все будет хорошо. Я тебе это обещаю. Отведи ее к Перчему Аге. Пусть даст ей все, что нужно. Надо укрыть ее от посторонних глаз, Ага. Она нам нужна. Положитесь на меня. Повелитель. Подойдите ко мне. Поход продлится долго. Я буду скучать. И я буду по вам тосковать. А вы можете не уезжать от нас? Нельзя, Мехримах. Папа должен победить врага. Папа, давай я тоже буду воевать. Как же? Сначала я поеду. Я первый поборю врага. Эсма, отведи детей в их покои. Повелитель. Ты тоже иди, Хирен.
Джахангир уже улыбается. Аллах уберег его от болезни. Не только Аллах. Руки одной рабыни творят чудеса. Она избавила его от боли. Надеюсь, он сможет поправиться. Не теряй веры, Хирем. Мы найдем выход из положения. Завтра в поход. Ты уезжаешь, и мы снова должны расстаться. Впрочем, мы и так не вместе. Я не вижу тебя. Моя постель больше ничем не отличается от могилы. Словно настал мой смертный час. И поджидает у изголовья. Скажи, молю, мне надо это знать, Сулейман. Что ты почувствовал к той женщине, которой бросил фиолетовый платок? Ничего. Я знала это. Сердце твое переполнено ко мне любовью. Ни одна женщина, никто на свете не разлучит нас. Боишься остаться одна во дворце? Это что, угроза? Это предупреждение. Будь благоразумной, иначе что-нибудь случится. Госпожа, я не нигер вам. Будьте осторожны. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Хатидже. Повелитель, да будет ваш путь светлым, а клинок острым. Аминь. Хирам, за Джахангиром присматривай. Я хочу регулярно получать сведения о его здоровье. Непременно, повелитель. И вы тоже пишите. Пишите, чтобы в ваше отсутствие в этом дворце, который превратился в преисподнюю, лучше было всем. Аллах не оставит тебя. Хюрем, подожди. Я уверена, что то, что я собираюсь сказать, в одно твое ухо влетит, а через другое вылетит. Однако я все же скажу. Настя, она фаворитка повелителя и находится под моей личной защитой во дворце. Не вздумай причинить ей вред, если я увижу, что ты пытаешься ее убрать, будешь иметь дело со мной. Я и так имею дело с тобой, а кроме того, мне нет дела до Насти. Прошлой ночью я была вместе с повелителем. Он сказал, что всегда был к ней совершенно равнодушен. Ты совсем ничего не знаешь. Махидевра, не надо. Раз ты так думаешь, не трогай ее. Книги Арвыния были столь же милосердны, как к этой Насте.
Нигер заплатила за свою ошибку. Эту ошибку она совершила не одна. Кроме того, какой грех совершил новорожденный малыш? Он родился мертвым, Хюрем. Да, все было так. Теперь вам предстоит объяснить это Паше. А то ведь, как известно, вы отняли у него и любовь, и ребенка. Госпожа, пусть уходит. Не стоит вам ее слушать. Госпожа, прибыл шехзаде Мустафа. Знаю. Сказал, что будет жить в покоях повелителя, пока его нет. Я думала, что мы избавились от сынка и мамаши, но они снова рядом. Нам придется потерпеть их какое-то время. Настя вас еще беспокоит? Да, не могу больше ее видеть. Каждый ее вздох оскорбляет меня. Но завтра наш повелитель уходит в поход. Мы с ней покончим. Я хочу, чтобы каждому, кто увидит ее смерть, это послужило уроком. Чтобы никто никогда так больше не посмел поступить. Госпожа. Госпожа. Я тебя неоднократно предупреждала, но ты снова сделала по-своему. Если вы про Настю, то я тут совершенно ни при чем. Девушка покончила с собой. По какой-то причине вчера ночью весь гарем крепко спал. Особенно те, кто должны были ее охранять. Может, они съели что-то не то? Это твоих рук дело? Что вы, госпожа? Я бы не посмела. Госпожа, немедленно покиньте мои покои. Ты не имеешь права приказывать мне, Хюрем Афифехатун. Слушаю, госпожа. Срочно проведите расследование. Повелитель должен быть оповещен о произошедшем. Попробуйте это доказать. Доказывать не нужно. Пусть он узнает обо всем. Кроме того, не радуйся, что избавилась от этой женщины. Настя не одна. Будут другие.
Фирузе. Джихангиру лучше? Он уже спит? Уснул, госпожа. Ему стало лучше. Подойди. Спасибо. Я стольким тебе обязана. Госпожа. В чем дело? Прибыл гость, которого вы так ждали. Чудесно. Тогда не будем заставлять госпожу ждать сюрприза.